Приветствую всех. Следующая биметаллическая монета. Украина. Номинал 5 гривен. Код выпуска 2004. Материал монеты биметалл. Центр Nordic. Кольцо медно-никелевый сплав. Культ монеты. Рубчатый с гладкими участками. Отношение аверса к реверсу метальное. Углом 0 градусов. Вес 9,4 грамма, диаметр 28 миллиметров. Тираж монеты небольшой, 30 тысяч экземпляров всего. И называется монета 50 лет вхождению Крыма в состав Украины. 19 февраля 1954 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, который утвердил передачу Крымской области в состав Украинской ССР. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР. На лицевой стороне монеты изображена карта Украины вместе с Крымом. На ее фоне выгравирован сноп из 25 колосьев, символизирующий Украину. Также герб, малый государственный герб Украины. Ну и вверху надпись «Украина», внизу номинал 5 гривен, также год чеканки 2004, ну и надпись «Крым». Ну а на аверсе у нас изображение герба Автономной Республики Крым. Под ними гроздья винограда. Ну и надпись 50 лет вхождения Крыма в состав Украины. С тиражом в 30 тысяч экземпляров в настоящее время монета эта продается по цене в районе 1500-1700 рублей. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Удачи!